никого нет. В ней земля, и что в ней входит, тоже становится землей. Но земля обращается в цветы, цветы обращаются в деревья, и уходит через них свет из темноты могил. А где же ты тогда, нет? Я в твоем сердце и в твоих воспоминаниях. И больше меня нигде нет. И ты моя жизнь и надежда. А без тебя я ничто. Я хуже даже того праха, который лежит под этим камнем. Покойники давно уже сопрели, а родственники либо живы, либо умерли. Да и не помнит-то уже никто. А я помню. Ишь ты, помнит он. Какой памятливый. А вот сравняем тут все с землей, и ничего не будешь помнить. Где стоять забудешь. А потом придут твои родственники и присахнешь. И некогда будет тут плакать. Понял? Не понял. Ну ничего, потом поймешь. Вот сразу поставим парк с каруселями. Мороженое будут продавать и глаз по кружкам. А там буфет поставят с харчами. Будем туда ходить. Целый будет парк радостей. Хорошо? Хорошо. Не поддается. Это как. А камень и железо мы переплавим. Камень в утиль, железо переплавим и завод вон там сделаем. Пошел. Чего? Чего это? Пошел отсюда. Ты не тронь, я тебе того. Отец, я за вас всем. Кто здесь сигналы подавал? Вот он. Он сначала хотел могилы все искорежить, а потом начал свистеть. Так. Так это значит, вы здесь могилы раскурочили, я. Да? Я! Я, значит. Так, так оно и есть. А, так мы ж... Того, мы ж ломаем, строим, все новое, все красоту создаем. Из того, что есть. Вон, значит, как. Так оно и есть. А это не ваша организация в пригороде кузницу разобрала и баню построила. А потом, когда стало известно, что кузница тоже нужна, разобрали баню и строили кузницу. И так и разбирали и строили то кузницу, то баню. Ваша организация. Так, кто ж его знает, Бог есть. Может и наша. Так мы ж это, мы ж на красоту города, вы ж понимаете. Мы же убираем все старое, ставим новое. Красота! Я не понимаю. Ты дурак или вредитель? Вы тут дураками? Руки. Вы за это ответите! Тут дураков нет! Есть только дорогой родственник покойного. Отдельные лица. И это никому не мешает. Ясно вам? Ну ладно, ладно. Я, между прочим... Вы недавно моим телом меня ушибли. Ну, здесь свидетелей не было. А кто ж вам сказал, что кладбище разрушать нужно? Только мы же не разрушаем. Мы же строим, мы подготавливаем почву для будущей утилизации под парк культуры. Чтобы люди могли радоваться и наслаждаться неутомляемостью.